Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами на телеканале «Радость моя». На наш сайт «Закон Божий» приходят письма, это нас очень радует, мы благодарны вам. И вот на некоторые письма я постараюсь ответить. Тема нашей беседы – исповедь прощения грехов. Каждый день мы, сознательно или нет, согрешаем пред Богом. На исповедь же ходим довольно редко. А когда приходим, уже не можем припомнить всего или обходимся кратко – осуждение, объедение, несоблюдение поста и так далее. Исповедь становится какой-то сухой, формальной. «Что делать, чтобы получить прощение всех грехов, которых ты даже не помнишь?» – спрашивает раба Божия Юлия. Видите ли, не надо путать покаяние и исповедь. Исповедь – это как бы некий этап, как бы некое завершение покаянного процесса, который должно быть постоянным. Вот вы пишете, что мы грешим постоянно. Вот и каяться мы должны постоянно. Вот осудила. Сразу же покайся пред Богом. Раздражилась, покайся. Плохо вот подумала о ком-то. Сразу покайся. Господи, прости, помилуй. И если каяться от всей души, вот просто прикладывать усилия от всей души, то Господь прощает, Он же слышит наши молитвы. А раз Господь простил, то этот грех... Он изглаживает, что значит простил, значит, его как бы и не существует, он даже и не вспомнится тогда. Действительно, вы придете уже на исповедь, и вам даже, может быть, будет и нечего особенно и вспомнить, потому что вы непрерывно, постоянно каялись. Ну, вот что-то более серьезное, если какой-то вот был грех или проступок, ну, значит, вот вы запомните. Но если вы каетесь постоянно, то даже любую вот свою промашку, тяжелая она или не очень, будете воспринимать как свое личное поражение в этой духовной борьбе. Вот если эту борьбу, невидимую брань, так ее и называют святые отцы, вести непрерывно, то тогда, приходя на исповедь, вы действительно будете говорить что-то в двух словах, это будет передавать состояние вашей души, вы будете получать отпущение грехов от милостивого Бога. Подходя к исповеди, хочу словами сказать масштаб своего греха. В голове готовлю целый рассказ, но когда встаю перед батюшкой, немеет язык, путаются мысли, не могу сформулировать конкретно ничего, обхожусь двумя фразами, и все. Является ли это раскаянием, или мне стоит всю исповедь подробно описать на листке? Спрашивает раба Божия Валентина. Вы знаете, подчас мы совершаем ошибку. Вот вы пишете о том, что хотите сказать масштаб своего греха. То есть сами как бы оцениваете свой грех. А ведь мы же приходим пред Господу ему оценивать, а не нам. Даже и священник-то, в общем, должен только вот чуть-чуть подсказать. Сказать, знаешь, вот здесь ты как-то несерьезно смотришь на что-то, просто недооцениваешь. Каемся-то мы пред Богом. Так что совсем не нужно говорить масштаб своего греха. Господу нужна наша искренность. Вот каешься, каюсь. Господи, прости. Я каюсь вот в таком грехе и буду стремиться всеми силами его больше не повторять. Ведь покаяние – это не только... отчет о проделанных прегрешениях, а твердое намерение не повторять этих грехов. Тогда это будет настоящим покаянием. Но тогда и слов не нужно. Вот я, так сказать, установил некую, такую условную, конечно, зависимость, что длительность исповеди обратно пропорциональна глубине покаяния. Вот чем человек глубже кается, то и говорить практически ничего не нужно. Только стоишь вот рядом и думаешь, Господи, Боже мой, вот если бы Господь и меня бы так бы научил каяться. Так что помоги, Господи. Конечно, это такой вот для всех нас вопрос, он стоит, и каждый старается его решать, прикладывая усилия. Но вот дай Бог, чтобы мы в этих усилиях не ослабели, и Господь прощал бы нам наши грехи. А главное, чтобы мы их не повторяли. Как понять слова преподобного Авросия Оптинского? «Сидор де Карп в Коломне проживают, а грех да беда с кем не бывает. Нигде не могу найти толкование на эту поговорку», – спрашивает раб Божий Игорь. Но мне кажется, что ведь преподобный Авросий – человек с очень тонким чувством юмора, очень бодрый, веселый, радостный. Он любил шутить или, какие-то ассоциации шуточные. Ну, вы знаете, например, такое присловие, там в огороде бузина, а в Киеве дядька. Вот как бы представляется, вот несвязанные вещи. Вот так и здесь. Он как бы исходит из такой народной традиции.
А может, даже и народную поговорку используют. Ну, вот, чтобы, ну, человека приободрить немножко. Вот пришел, вот, говорит там о своих грехах, он его немножко приободрил. Ну, не унывай. Грешный, конечно, грешный, только не унывай. Вот смысл, так сказать, его слов. Ну, вот в народе там другая поговорка есть. Конь о четырех ногах да спотыкается. Ну, с кем не бывает. Вот, то есть мы должны каяться, смысл такой, мы должны, конечно, мы должны каяться, но не должны унывать. Конечно, речь идет не о тяжелых грехах, там, о каких-то повседневных, но и повседневные грехи могут человека вот, вгонять в уныние. Вот унывать нельзя, падать духом нельзя, руки опускать нельзя, хотя грехи повторяются, все равно нужно бороться и бороться, и так до самой смерти. Вот преподобный Амвросий Оптинский вот делится с нами своим оптимизмом, и вот подобно ему нужно бодро и радостно идти по жизни, преодолевая и побеждая свои грехи. Сейчас я постараюсь кратко ответить на несколько вопросов. Моему внуку скоро будет 8 лет. До 7 лет ребенок считается младенцем, а после 7, как правильно указывать мальчика в записках о здравии? Ведь он уже не младенец. Да, Марина, он уже не младенец, а отрок. Вот до 14, там, 16 лет он отрок. Вот можете написать, упоминать как отрока. У меня накопилось очень много небольших икон. Какие-то подарили, какие-то я привезла из поездок. На полочке я хотела бы оставить только любимую, ту, что еще бабушка спасла, а потом мне передала. Как мне поступить с остальными? Видите ли, Дарья, действительно сейчас вот производит много иконочек, которые легко купить в магазине. Но если у вас скопилось их много, то соберите их, аккуратненько заверните, отнесите в храм и попросите, чтобы они их раздали тем, кто нуждается ли. И сейчас нуждаются. Вот сейчас бывает, что отправляются в далекие миссионерские поездки в страны, например, в Китай, где просто нет икон. И каждая такая иконочка будет встречена с огромной благодарностью. Когда читать каноны и последовать ко святому причащению, если исповедь совершается вечером? Перед исповедью или можно после нее? Светлана, можно и так, как позволяет ваше время. Может быть, даже часть правила прочитать до исповеди, потому что если после, уже будет поздно, и на утомленную голову трудно будет молиться. Так что постарайтесь разбить правило, чтобы полностью его прочитать. Дорогие друзья, прощаюсь с вами. Надеюсь, что вы будете вновь и вновь присылать нам свои письма. Мы будем стараться отвечать на них. Пишите на сайт «Закон Божий». Всего доброго. Да хранит вас Господь.